Главное рождественское богослужение в республике Коми состоялось в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара. Его возглавил архиепископ Сыктывкарский Коми-Зырянский Петерим. В эти дни правящий архиерей также поздравил со светлым праздником детей, пациентов кардиоцентра и детской больницы. Все, кто когда-то собирался под сводами православных храмов на рождественскую службу, замечают, что эта ночь ярче любой другой, какой бы то ни было ночи, потому что она озарена светом Вифлеемской звезды. И как встречать Рождество Христово, как не в рождественском храме? Как не прийти на праздничную службу, чтобы прославить Христа, жизнодавца, родившегося ради нас и ради нашего спасения в Вифлееме Иудейском? Радость о пришедшем в мир Спасителя продолжается в течение всех святочных дней. В святки Церковь призывает людей радоваться рождению Богомладенца Христа и восхвалять Его в особых песнях, колядках, навещая при этом близких и друзей и совершая дела милосердия. Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Петерим посетил несколько рождественских утренников, на которых поздравил детей с праздником Рождества Христова. И вот Бог воплощенный в пещере Христос, Он пришел к роду человеческому, а род человеческий пришел в виде пастухов, в виде царей и других людей ко Христу. И вот среди нас сейчас Господь в вертепе, на святой иконе. И мы с вами тоже сегодня идем навстречу Христу к Его рождественской пещере. Также состоялись традиционные рождественские встречи архиепископа Петерима с пациентами и персоналом Республиканского кардиоцентра. Архиерей помолился вместе с ними и благословил их. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Также владыка Петерим в исполнении заповеди Христовой пришел к детям, проходящим лечение в детской республиканской больнице, чтобы принести им весть о рожденном Богомладенце и поделиться радостью праздника. Боже, благословение, пускай у вас будет все хорошо.